Es gibt einfach drei, die zusammen. Им обоим не хватает женщины. Конечно, удивился, но Матака оказалась принцем. Его зовут Чаки. Бескиаки. По его словам, не очень красивый, зато складистые. Они каждый вечер занимаются с бюджетом со звездами, со множеством рассказывает о военном. Я за акцию. Так и уже. Идеальный солдат, специалистов. С другой стороны, он делает все, чтобы не быть на него похожим и вернуться к своей семье. Потому что до сих пор злится на своего отца, что он к нему не вернулся. И став уже взрослым, наш герой не умеет делать абсолютно ничего, кроме как воевать. Это драма. Ну да, вот снят красиво. Актеры, да, мне, кстати, не понравились. Посмотрим, человек, даже двумя. Музыкантом за ее школу Джо, парню своей сестры, потому что не Прими новые отношения лучше любого доктора. Фильм о потерях, о смерти, о смерти, чтобы жить и двигаться дальше. Фильм оказался глубже, чем мне показалось в самом начале. Он как будто ни о чем, и о многом. Он заставляет задуматься, как жить, если ушел близкий человек, а ты еще молод. Тебя одолевает буря чувств и любовь к жизни.